Ребята, сегодня гамма аминомасляной кислоте. Сегодня очень крутая тема, потому что многие не знают, что у кого нарушение ГАМК, у того постоянная тревога. Напоминаю, что ГАМК зависит от глутамата. Глутамат – это аминокислота, которая содержится в продуктах животного происхождения. Это важный момент. Наши рецепторы вкуса воспринимают глутамат как индикатор белка. Мозгу понятно, что именно животный белок поступил в организм. А белок – это суперполезный ресурс. Это стройматериал для всех клеток и конструктор организма. Все об этом уже, надеюсь, знают. Другой момент. Глутамат – это возбудитель, ускоритель всех процессов. Мы же с вами действительно в статье про белую горячку упоминали, что действительно глутамат занимается тем, что ускоряет передачу сигнала рецепторов дофаминовыми и норадреналиновыми рецепторами. То есть про все медиаторы я снимала видосики. ГАМК, гамма-аминомасляная кислота, это история, которая работает с СДВГшниками. А низкая концентрация тормозного нейромедиатора ГАМК действительно это наши гиперактивные психосоциопатики. Поэтому очень важно работать с питанием, но еще есть мутации в гене, могут давать эпилепсию, судороги при высокой температуре. То есть здесь нужно знать свою генетику. Другой момент, чтобы повысить уровень ГАМК, например, у гиперактивного ребенка, стоит действительно занимать его какими-то более спокойными играми. Но напоминаю, что нужно еще один момент. Хитрость в том, что переизбыток кальция в крови достаточно вреден и приводит к повышению глутаминовой кислоты. Другой момент, нам нужно вывести кальций из крови, и здесь нам нужен витамин К2. Едим радостно шпинат, капусту, белокочанную, цветную, тыкву, киви, бананы. Также не гнушаемся оливкового масла, мяса и яиц. Вот вам и доктор. Другой момент. Спасибо, что меня слушаете. Было бы здорово, действительно, если бы вы не ленились переходить по ссылкам, которые я даю. Напоминаю, что глутамат и гамма-аминомасляная кислота, когда не в равновесии у человека, то психоз, то какая-то другая история. То есть это стресс для мозга. И другой момент, надо знать, как сказала, генетику. Гены, которые кодируют активность натрий-зависимых белков, которые отвечают за память. Мутации в этом локусе повышают риски инсульта, болезни Альцгеймера и прочие. Поэтому это с неврологами здесь я пас. Другой момент, гамма-аминомасляная кислота, она действительно есть в питании, но я сказала, что нужно достаточное количество витамина К. И кто любит диеты, можно отдать предпочтение кето. Я бы проконсультировалась, конечно, с врачом прежде, чем подобрать себе диету, дабы не навредить. Но кето-диета – это когда много жиров, умеренно белков, мало углеводов. И, соответственно, прям-таки хорошо работает в случаях, когда есть проблемы с ГАМК. Подписывайтесь на мой канал, пишите вопросы, с радостью вам отвечу.